Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем проходить приключения в игрушке Don't Starve, долбанный паук. Так, дай-ка. Так, паук, блин, привязался. А, их тут много же, блин. Так. Короче, у нас продолжение приключения в игрушке Don't Starve. И у нас сейчас будет третья глава. Ну, сейчас перейдем, будет третья глава. Поехали, а то я намокаю. Шмотки я загрузил, все нормально. Погнали. Так, продолжить. Опять же, странная загрузочка. Что у нас? Острова. Короче, нам Максвелл предлагает остаться здесь, в данном мире. У нас есть палатка. А, кстати, по-моему, даже костер должен быть, и еще что-то, или нет? То есть, новая глава, у нас два мира. Один мир, я так понимаю, на нем очень много ресурсов, еды, нет таких каких-то опасных животных. Ну, есть пауки, насколько я знаю. И, ну, свиньи здесь бегают. И, в принципе, здесь все офигенно. Второй мир. Он находится у нас... Да, и здесь, по-моему, сейчас осень. Вроде есть зима, лето. То есть все это дело есть. А второй мир более враждебный. Точно не знаю, что там, ну, я так предполагаю, там болото, что-то еще. Ага. Да, и, кстати, в этом третьем мире, наверное, мы сможем найти Веса. То есть где-то статуи Максвелла должны быть, и может быть Вес. Вот, тут куча свиней. Деревни свиней. Короче, довольно-таки весело, я так думаю, тут. Второй мир, чтобы в него перейти, там нужно найти большую червоточину. Можно, правда, найти, иногда бывает вероятность, что и маленькая червоточина туда переносит, но иногда только большая. И если мы в нее залезем, то обратно мы уже сюда не вернемся. Ух ты, сколько свиней. О, поросячий магазин. Опять ничего такого нету. Пока собираю ресурсы. И сейчас будем уже обыскивать. И вот наверху. То есть, ё-моё, сколько свиней. Офигеть, это ж армия, блин, громадная. Тут обычные свиньи, а вот там вот свиньи, которые охраняют, по-моему. Что-то охраняют. Вот они нападать могут. А чего? Статую Максвелла охраняет? Подождите, они эту ли статую нужно будет ломать потом? Вот одна статуя я вижу. Не, походу не то. Походу немножко не то. Там, по-моему, две статуи должно быть. Либо я ошибаюсь. Но вот эти свиньи нападают. Вон они, бейся, бейся. Нападают на меня. Они на обычных свиней, по-моему, будут нападать. А, нет, это и есть как раз стражи. Так, ну, погнали обыскивать. Я не знаю,
Да, погнали обыскивать. Так, а я не взял этот, а, понятно. Жезл не взял. Погнали обыскивать этот мир. Главное в червоточину особо не спешить заскакивать в эти червоточины. А, потому что... Ой, можно случайно залезть в большую. Так, вот какая это? Обычная червоточина. Так. Вот чувак с золотом. Ну, этот попугай. Пока не будем ломать все это дело. Оставим. Так, одну червоточину мы нашли, но это обычная червоточина. Все нормально. Ну и, по крайней мере, здесь зимы нету. Зима, я так предполагаю, будет еще в следующей главе. По-моему, холодный прием. А последняя, это пятая глава, где темно. Ну, по-моему, так. Так. Немножко кремния возьму. Ну, дрова... Даже не знаю, нужны мне сейчас дрова или нет. Так, это сюда. Это сюда. Давайте немножко дров сделаем. Так. Да, еды полно, блин. Морковок одних только сколько. Еды навалом. Ну, дрова мы можем со свиньями нарубить. Правда, мясо монстр где искать-то, ё-моё. Так, золото, я так понимаю. Давайте кирку сделаем. И, кстати, рюкзак сразу замутим. Так, это сюда, это сюда. Сразу, пока видим, набьем, а кто его знает, может пригодится что-нибудь будем делать. Так. Четыре золота. Вроде более-менее достаточно. О, и Честер нашел. Сейчас заберем его. Отлично, Честер. Так. Погнали дальше. А вот и пауки. Так, а драться-то мне нечем, да? Так, делаем веревку. Делаем копье. Мне нужно мясо монстра. Так. Будем свиней приучать, с ними будем долбить лес. Ну, лес. Чтобы дерево самому не добывать. Так. Держи тебе это. Держи это. Что тебе еще можно скинуть? На, пока это. Ну, все, погнали. Погнали дальше. Так, пока ничего. Ну, и этот мир, я так полагаю, будем обыскивать полностью, весь, чтобы найти, где у нас Вес спрятан. Так, и нужно еще паутинки. Пауков больше нету. Нужно будет найти еще паутинки, где здесь... Светлячки должны же быть, чтобы каску нам заряжать. Так. Ну, пока никаких сигналов. Кстати, чтобы шестеренки не тратить, наверное, буду пока собирать еду так. Просто будем есть. Здоровье нормально, рассудок нормально.
Поэтому не хочу шестеренки пока тратить. Этот мир я буду обыскивать полностью. Так. Ну, мне кажется, нужно было все-таки в червоточину прыгать в ту. Возможно, тут так же, как и вот в главе архипелаг, как острова. То есть вот небольшая территория. А вот из нее сейчас вылезем, там уже более другой уже мир будет. Другие миры, там более опасные зоны. Наверное, так. Ну, может быть, не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас увидим, побегаем, увидим. Ну, тут ничего нет, никаких, блин, сигналов. Странно. Так, побежали дальше. ИВС, скорее всего, именно во втором мире, где, когда мы пройдем через Большую Червоточину, скорее всего, там, в более опасном мире, чем вот на этом островке. Так. Слышу пчел. Нифига, даже алтарь есть. Офигеть. Кстати... Давайте сделаем себе шлем. Может, даже сделаем большой рюкзак поросячий. Я его, правда, не изучал, но сделаем на эту алхимическую машину. Может быть, изучим. Свиней полно, поэтому проблем больших не будет в том, чтобы достать шкурки свинячие. А, так. Делаю на всякий случай себе такую шапку. Это сюда. Давай, наверное, и это тоже тебе скинем. Все, дальше пошли. Так. Спокойненький островок. Самый спокойный. Но это Максвелл типа нас задабривает. Говорит, оставайся здесь, живи себе спокойно. И не суйся, не ищи. Так, ну, слон мне не нужен, коал-слон. Так, что тут у нас? Никакого сигнала опять нету. Так, я так чувствую, данная серия будет спокойненькая. Небольшой перерывчик, чуть-чуть отдохнем от баталий. Хотя, кто его знает? Посмотрим сейчас. Ну да, похоже все на это, как на небольшой островок. Ну, вот червоточина, получается, здесь тогда несколько должно быть. То есть та простая была, а там как-то по-другому называется червоточина. То есть там то ли гигантская, то ли огромная, то ли еще что-то в этом роде. Так, у меня травы уже мало. Так. Дальше побежали. И, кстати, по поводу ресурсов, есть вероятность, что это обманчиво. То есть, я не помню точно, в каком мире, но вроде смотришь, ресурсов много, но на самом деле то, что ты собрал, оно не растет нифига. То ли это в этом мире, то ли в каком-то еще. Да, свиней. Вот полнолуние, конечно, здесь веселое. Здесь свиней полно. Так, жру. Как раз здоровье у нас не полное. А мы, кстати, прокачались уже полностью. Так. Никаких сигналов. Ничего.
Так, погнали дальше, ладно. Хотя вот не знаю, ну-ка, как у нас, посмотрим хоть. Ух ты, ё-моё. Ну, сейчас вот так вот оббегу и как-то вот так вот еще пробегусь, посмотрю, где у нас тут червоточина есть еще или нет. Сейчас вначале по краю пробежимся, посмотрим вообще, как у нас тут мир. Какой размер. Так, это кролики. Ой, эти кроты. Так. Блин, офигеть. Второй день уже бегаю по кругу тут. Ну, вроде как раз всю территорию по кругу оббежали. Вот и золото халявное. Сейчас проверим. Так, здесь все. Ну да, вернулись обратно к начальной точке. Ну, нужно уже искать, где еще червоточина. В принципе, одну-то. Кстати, вот тут свет постоянно горит у этих свиней. Ой-ой-ой. Они статую Максвелла, я так понял, охраняют. Вот эти тотемы, по-моему, не ломаются. Насколько я знаю. У свиней можно и этих натравить свиней. В магазине ничего нового нет? Да не, как, в принципе, это нужно ждать еще. Так, ну пошли так теперь обыскивать. Кстати, можно могилы покопать. Чё? Вот она, походу. Запрыгнуть в большую червоточину. Вот она, большая червоточина. Чёрт, как она странно выглядит, а? Офигеть. Ой. Офигеть, вот она, большая червоточина. То есть в нее мы будем запрыгивать только после того, как все обыщем. То есть мы запрыгнем в ту червоточину, в обычную. Короче, все нужно обыскать, а уже в самую последнюю очередь, когда все у нас обыскано, будем запрыгивать только в нее. В эту вот большую. Да, походу нам... сейчас еще все откроем, все-таки карту... Потому что желательно все обыскать досконально. Так. Это сюда. Это сразу едим. А, где у меня трость? Буду обыскивать все. Может быть, даже есть смысл могилы покопать. Там бывают... бывают эти, как их... шестеренки. Ну, правда, хлама еще всякого полно, может быть. Тут, кстати... О, мандрагора даже на этом острове есть. Правда, я не знаю, что с ней делать мне. Магию... Вообще-то можно даже магию выучить. Можно сделать флейту пана. Не знаю, она нужна мне будет или нет. Возьмем. Она не портится. Посмотрим. Положим в сундук, может быть. Так. Хочу посмотреть. Вдруг тут тоже где-то червоточина есть. Не, ну здесь никаких сигналов. Ну, логично, что их не будет. Кстати, место офигенное. Если вот просто жить даже, да? Вон опять свиньи. Блин, сколько свиней, а? Место неплохое. Куча свиней.
Кстати, по поводу гонщик, да, будут прибегать, можно будет просто к свиньям, они помогут. Еще одна деревня. Интересно, а король свиней здесь есть, нет? Так, это все дело поедаем. Ну и все, мне кажется, нужно сейчас как раз вот таким вот образом зигзагом обыщем это пространство и уже побежим в червоточину. Я бы только дров немножко порубил бы с этими ребятами. Ну вы тормоза, давайте быстрее. Блин, я сейчас рублю, пока вы ходите здесь. Так. Так. Погнали дальше. А, это алтарь, я который нашел, да. Все нормально. Черт, сколько свиней здесь, а? Ну, в принципе, Максвелл и говорил в начале, когда он появился, то есть живи здесь, вот тебе лагерь, типа палатка, вот тебе куча свиней, будешь их кушать, еще одна мандрагора, блин, не знаю, зачем они мне нужны. Посмотрим, если будет время, сделаем флейту пана. Правда, с собой тоже тащить лишний предмет этот. Еще неизвестно, что там будет в следующих. Когда мы прыгнем в эти червоточины. Я так чувствую, там полная жесть будет. Так, пока вечер не настал, давайте еще порубим. Я вот светлячков не вижу. Как-то странно. Не видать светлячков. Так. Черт, вот это да, сколько свиней. Офигеть просто. Ну тут и бифл, и свиньи. И все в одном месте. Вот много деревьев. Идем. А, мы как раз вернулись к этой точке. Я, наверное, поставлю, кстати, здесь сундук. Уберу что-то лишнее, типа мандрагоры. Может, дерево немножко уберу, еще что-то уберу. Чтоб с собой не таскать все это дело. Так, сундук у меня был сделан. А где Честер? Слушайте, а где Честер? Я... А, вот он. Иди сюда. Так. Так, Честер, отойди, блин. Иди сюда. Так, что у тебя еще? Так, это. Так, это. Это выкидываем. Это выкидываем. А что еще можно? Золото мне не нужно столько. Вот эта шапка тоже в ближайшее время может не понадобиться. Пускай лежит. А, так, это мне нужно. Это нужно, нужно, нужно. Вроде все. Так. Побежали дальше. Ну, сейчас все-таки откроем вот это вот место. А что это такое? А, стенка просто поставлена. Еще одна деревня свиней. Да ё-моё, сколько вас, а? Сколько же вас? Да, никакого сигнала нету. Ну все, значит придется по этим червоточинам прыгать.
Офигеть, вы представьте, блин. Смотрите, карта. Вот, блин, столько свиней везде. Вот она чего-точно отличается по цвету. Офигеть, сплошные свиньи. Блин, ужас, я столько свиней никогда не видел. Ну, если только настройки мира не меняешь, я столько свиней не встречал, чтобы в одном месте. Так. Меня смущает то, что нету светляков. Так, сейчас еще нужно до пауков, да? Хотя вот в лесу может быть, да, вот в лесу есть. В лесу здесь есть, но я, блин, не сделал еще сачок. А, нужно все-таки пауков поубивать. Так. Ну давай, 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 давай. Блин, так не хватает чего-нибудь для ускорения еще, чтобы еще быстрее бегать. Ну, все, мне кажется, тут ничего больше нет. Вот по поводу статуи я не понял. Ну, статуя Максвелла стоит, по идее. Ну, я видел, по-моему, даже видел. Давно. Вроде как вот должен быть типа лабиринта, в котором стоит одна статуя, потом вторая, а дальше уже сидит Вес, якобы там в прозрачной коробке. И вот эту статую одну ломаешь, там появляются, ну вот эти как механизмы. Потом вторую ломаешь, они опять появляются, потом к нему подходишь. Они снова появляются, их убиваешь и тогда освобождаешь. Ну что, погнали, ладно. В эту-то червоточину можно. Вернуться будет обратно. Вот, мы уже на болотах оказались, да? Ух ты, где. Понятно. Понятно, значит, тут тоже как-то типа островков. Так, кстати, здесь много скелетов, по-моему, валяется. Может быть, валяться. То есть можно что-то классное найти у них. Так, мермы. Погнали, погнали, погнали. Но опять же, буду по краешку, чтобы понимать, где конец карты. Где конец той или иной платформы, чтобы... Ух ты, сколько вас, а? А где пауки-то? Кстати, здесь можно будет паутинки сейчас набрать. Так. Бедный Честер только его сейчас будет фигачить. Ну, как раз я пробегаю, если надо. Так, это озеро было. О, блин, территория, конечно, приличная здесь. Так. Пока ничего. Пока ничего особого не вижу. По идее, здесь еще где-то, наверное, червоточина должна быть. Либо он, вот эта вот территория вся в болотах. И как раз на них нужно искать. А, кстати, я не взял же этот. Вот, деталь где-то здесь. Судя по звуку. О! Новая территория. Гончие. Ух ты, сколько у вас, а? Черт!
Дротик огненный. Платформа? Да ладно, вы представляете? Я попал в рай! Я попал в рай! Блин, смотрите, сколько их! Да ладно, это что такое? Как такое может быть? Сколько их, вы представляете? Блин, да ладно! Это же куча шестеренок. Сюда надо свиней везти. Не, ну... Не, вы посмотрите, сколько механизмов. А... Интересно, я смогу вообще пробежаться? Вау, блин! Вы смотрите, сколько их. Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай... Чёрт, сколько их! Ё-моё, вот, блин! Чёрт! Офигеть! Схватил гнома вместо этого... вместо запчасти. Кстати, вот можно шестеренок где набрать, но два стака мне не нужно будет. Ну хотя бы один можно будет здесь набрать. В следующие путешествия. А может даже и два взять лучше. Офигеть. Офигеть, сколько их. Жесть просто, а. Все, больше сигналов здесь не видать. Черт, вот это да. Сколько там механизмов, это можно будет все разбирать. О, кстати, собаки бегут. Давайте собак к механизмам отведем. Так, погнали. Отведем к ним. Собак они там точно разберут, собаки их навряд ли. Опа, 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 опа. Уворачиваемся. Черт. Блин, сколько... О, тут еще и большие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, блин. Да как так-то? Черт, сколько их? Вот это зажали они меня. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько? Блин, я никогда столько не видел. Да ладно. Шапку, шапку целую еще? Черт, вот это да. Вот кого я хотел, именно, чтобы они, это как... разозлились, как они, большие. Черт, неужели вот так вот все сейчас будут... Слушайте, а как там собаки-то выжили, я не понял. Каким образом они вообще могли тут выжить? О, шестеренки. Кто-то кого-то уже разобрал. Но это... как он, конь называется, по-моему? Не, конь это вот этот. Ладья. Ну, короче, носорог, который большой, там железный, бегает. Вот он всех сносит. Вон он бегал, всех посносил тут. Он бегает и своих сносит, и чужих сносит. Короче, всех подряд. У меня Честер живой? Да, живой. Так. Ай-яй-яй. Сейчас шапку сломают. О, разобрали еще. Так, давайте Честеру уберем. Я пойду сбегаю, шестеренки еще возьму. Пойду еще сбегаю. Там много шестеренок. Шапка, шапка, шапка. А, блин, рай. Рай, блин, для нас. Куча шестеренок. Черт. Офигеть. Так, 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 так. Черт. Как вас много, а? Все, шапку сломали.
Во-во-во, хватит. Хватит по мне долбить, ты, ё-моё. Черт. А где тут еще? Ой-ой-ой-ой-ой, не-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 не. Много. Много вас. Ох ты, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Жри. Жри. Ладно, хватит, сюда можно кучу свиней привезти потом и это как. Вместе с ними подолбить. Черт, офигеть, столько шестеренок. А, вообще. Столько. Я вот не знаю, там дальше стоит туда идти или нет. Все-таки я не все оббежал. Вот где-то здесь нужно как-то по краешку пробежаться, посмотреть, что там вообще происходит. Может, там как раз Вес находится. Офигеть, сколько механизмов, ё-моё. Ну не, загорится он не загорится. Все, погнали отсюда. Погнали дальше искать, что тут вообще есть. Ну я так думаю, в этом мире я надолго задержусь. Блин, интересно. И вот такое предположение, что теперь каждая вот эта деталь будет находиться вот в каком-то таком месте, где куча каких-то монстров, либо лабиринты будут находиться, либо вот ну, каких-то врагов, толпа. То есть он очень много. Либо куча паучьих коконов, то есть вот сплошная территория, полностью заполненная пауками. Деревня Мэромов. Так, опять статуя Максвелла, но это не та. По-моему, это не то. Кстати, здесь везде статуи Максвелла расположены. Офигеть. Офигеть, блин, карта классная. Ловушки. Ловушки Максвелла. И что? А дальше что тут? Так. Не меняется ничем. Когда нажимаешь на них, то есть все то же самое, как и было. Так, а Честер не убьет ловушкой? Еще одно кладбище. Я так предполагаю, да, здесь опять территория с этими ребятами. Так, погнали, погнали, погнали. Вот-вот-вот кого нужно натравить. Так. Где? А вот еще один. Ой, блин, по мне попало. Черт. Нужно этого убрать. Он Честера не трогай, блин. Так, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, в меня-то зачем? Ёлки. О, да, беги сюда. Не, врезайся в этих. Вот-вот они сейчас побегут все. И он сейчас посносит там. Эй-эй-эй-эй-эй, не-не-не-не-не-не-не-не-не. А где еще один, развалился уже? Так. Вообще они должны были разобрать уже кого-то там. Ну, по идее, не особо-то мне сейчас это и нужно. Ладно, потом мы будем разбираться, пойдемте. Посмотрим, здесь может сундук какой есть. Мне почему-то кажется, должно что-то быть. Че тут, кости одни, да и это как? Нет, табличка информации никакой не дает. Честера забыл, нужно забрать сейчас будет. Кстати.
Да, ничего. Никаких этих. Ничего. О, опять. Опять червоточина. Вот я не знаю, вот она... Они все ведут в тот мир именно? Вот эти, которые большие. И либо... Ну, в одно место они ведут, либо в разные места они ведут. Просто... Если выбраться нельзя будет, то как... Или они между собой, может, все-таки работают? Как-то я вот не в курсе насчет этого. Так, забираем Честера. Погнали дальше тогда. Так, на шестеренке не скупимся. Их тут много, поэтому... Вот я пока даже не знаю. Блин, наверное, даже я возьму два стака шестеренок в следующий мир. То есть 80 штук. Мне их будет за глаза. Ну, и трость, наверное. Трость и шапку. Вот эту. Остальное, по идее, можно будет раздобыть спокойно. Опять это харкающая какая-то это. Так, вот птицы. О, место Макбивня. Где он? Шум. А, ну шум это на болоте, понятно. Так, в червоточину не прыгаем. Сейчас ночь, кстати, наступит уже. Все, погнали дальше. Искать. Огромный мир. Блин, огромная территория. Погнали дальше. Я еще только в одну сторону побежал, а там, по-моему, в другую сторону еще полно всего. Так, никакого сигнала нету. Так. И вот, по-моему, шкурки я все повыгружал. А, так. Шкур... Ой-ой-ой, на эти не наткнуться. Вот, паутинку нужно забрать. Чтобы сделать сачок. У тебя же нет шкурок? У тебя нет шкурок. А, так. Насколько я помню, веревка нужна. Так, это дело экономим, а то со светом совсем плохо. А, так. Делаем сачок. Так, где это тут? Вот там вот кусочек закрытый. Ничего там нету. Например, червоточины. Обычный. Нет, ничего. Блин, такие звуки на болоте на этом. Так, погнали дальше. Ну-ка. Так, мне вот здесь вот и... В принципе, вот здесь вот что-то есть. Блин, короче, офигеть какой-то. А, ну, вот сейчас вот так пробегаем, на всякий случай. Чтоб сюда еще не забегать. Блин, этих ловушек куча. И где-то вот здесь вот нужно будет исследовать. Не-не-не, не нужно мне, блин, эти... ну их нафиг. А, это вот деревня Мормов как раз. Куча рыбы. Ну все это мне... нашему персонажу это не нужно, потому что... нам достаточно шестеренок. Хотя, блин, тут... тут и для других персонажей еды, блин, полно просто. Офигеть. Офигеть, блин, да, чего я только не видел в Don't Starve, но, блин, пока такого я еще не видел, что столько механизмов в одном месте. Там в другом месте свиньи, блин, в огромных количествах. Пауки. Пауки я встречал, чтобы много было, вот. Офигеть, блин.
Собака откуда-то? Это... А, понятно, тут же курганы. Все понятно, здесь курганы. Ну, погнали через курганы, посмотрим, может тут что-то еще есть. Так, никакого сигнала нету. Тут просто как проход. Причем тут сделаны именно проходы. Много проходов. То есть ты прошел через этих, прошел через этих, прошел через этих. И после этого ты только найдешь детальку. Офигенно. Неужели остальные детали также? Так, сигналов нет. Опять по-прежнему. О, ё-моё. Ё-моё. Подождите, а что будет твориться дальше? Черт! Не, я не буду даже этот... Ой-ой-ой, сколько вас! Подождите, а... за следующий, за этой вот как... За большой червоточиной что будет твориться? Какой там мир? Сколько там монстров? Я что-то не понял. Еще больше? Черт, черт! Сколько вас, блин! Ё-моё, да ладно, такого не может быть! Нет! Подождите, как так? У меня этот сдох? Не... А, вон он прыгает. Я смотрю просто по это как. Так. Да ладно, сколько мэрмов, ё-моё. Подождите, да ладно, как в таком... Да я даже алтарь там не буду активировать. Я там не выживу, если появлюсь. Чёрт. Чёрт. Сколько вас? Офигеть. Такое ощущение, что я в настройках мира поставил... много-много всего. Повышенное количество всяких этих гадов. Так, у нас как? Ну, жизнь-то нормально у нас. Блин, я здесь и остановиться даже не могу. На стоп поставить игру. Офигеть. Так, погнали обыскивать. Ё-моё, сколько вас? Да как же так? Офигеть. Шикарно вообще. Блин, я вот... Приключение не проходило зря, а. Хотя, с другой стороны, вот сейчас уже, можно сказать, все уже видел, и он опять механизм. Кстати, по-моему, как раз будут там статуи Максвелла и Вес. Наверное, там как раз. Давайте сразу туда сбегаем, может быть, и убьем сейчас их. Шлема у меня только нету. Ух ты, ё-моё! Нет, это платформа. Это платформа. Черт, ну мне нужно ты где-то приземлиться. Так. Так, погнал я убивать этих штук. Просто тупо танкуй детальку у нас полно. Поэтому без всякой брони. Без всяких этих. Да, платформа. Ух ты ж, ё-моё. А нам же еще. Подождите, а как нам, если в другой мир, то. Если мы перейдем в другой мир, а как мы здесь окажемся обратно? Пока не понял я. Чёрт, а тут еще и мэрмы. Вот что меня напрягает. Так, кстати, вот можно деталь сразу сюда поставить. Не знаю, даже вот это может взять. Может быть, что-то с магией будем изучать. Будет время. Черт, вот это, блин, да. Вот это мир. Так, ну, продолжим его обыскивать уже в следующей серии. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну, и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.